не в блокаде находится не Арцах, а в блокаде находится вся Армения. И даже более, я бы сказал, что мы находимся заложником той этой российской организации, которая двумя буквами обозначается КП, гражданский договор партии. Естественным образом, рано или поздно этот мыльный пузырь лопнул, и сегодня, да, мы видим, что есть конкретное противостояние между арцахцами и нынешней властью в Армении. Они фактически сейчас попытаются переиграть и, соответственно, создать прецедент того, что якобы открытие коридора произойдет по решению, предположим, Европейского Союза. Хотя это, если и произойдет, то я думаю, что это будет сделано при помощи именно что Российской Федерации. А я считаю, что с уходом России мы просто перестанем существовать как государство. Мы моментально превратимся в то, о чем мечтает турецкий мир, сам Великий Туран, понятие Великий Туран, ну и те, соответственно, англосаксские силы, которые всячески поддерживают турецкую гегемонию в этом регионе. Все, я думаю, те, кто шли голосовать или кто шел предполагаемый будущий парламент, у всех была надежда, что все-таки общество сделает правильный выбор и не переизберет ту власть, которая привела к такому разрушению государственности.